за мне. Витя, запишешь. Вот главное. Надо записать. Я уже... Надо вот где вокзал железнодорожный. Чуть-чуть туда проехать, его пятиэтажка стоит. Там, где железнодорожная, ну вот баня. Где баня железнодорожная? Общага. Это пятиэтажка. Пятиэтажка, это общежитие. Это его. Знаю, это, семейное общежитие. Ну. На там живе, на пятом этаже. Ну, мало семейки в этой. У последней квартиры. Квартиру надо знать. У последней квартиры, самая последняя квартира. 30-я. Самая последняя. На пятом этаже. Ну это вы. Как? Ну я знаю. И нам уже с лекарствами поможет, чтобы встать, что... Ай, это лекарство, я ничего не помню. Витя, ну иди ты сядь. Ну мне это вот еще раз, ну вот интереснее, чем ну, свой... Ну интереснее, но нам же не интересно, что ты стоишь и это самое. Все узнаю, о чем вы говорите, чем дышите. Ну, можно ж, но не... Деда веселого вас снять. Будем дома глядеть. А то без сна. Были сама, ну вот сейчас к ней едем еще. Это внутренний темный. Я знаю, что они едят. Вот и сало. Ну конечно. Есть что нравится. Правильно. Граничка. И я так. Дед жар, если плохо, так деду... Скажи, дед, вот за жару вкусно? У Батыновича мы даем тогда. Вкусно? Да. Мой деда снять с сестрой. Дед так выпить хочет. Братики на сестричке. Вот наказание ему. Хочешь выпить? Поглядывай. Слышать казан. И он же любит выпить. Ну ничего, скоро будет своя машина, будет пить. Ой, своя машина у него будет. Зачем ему машину? По гостям ездить. Сколько? Зачем за сколько машину вы отдали за машину? Но. За все 2500 долларов. О. 2500. И где купляли? На изрубке? Прибалтику ездил. Там специалист. Сам и пригнал. Прав нету, а сам и пригнал. Это специалист. Это удача. На велосипеде всю жизнь проездил, а машину прогнал. Ну ничего, машина надо, только надо аккуратно ездить и... На импортное у нас. На гараж. Ну, если у вас снима, а где вы ставите? Ну, там ставим за деньги. Надо сделать гараж. Вот так, блоков будем делать. Уже не что будет, сразу да. А вот трохи покахай. Летом сделаем. Но... Хочет люди посеять. Все. Так я же снимаю, не говорят, что вам говорят. У меня хвалило. Ты все урадом. Ну что ты за работа? Все, сейчас ходит. Ну он уже хватит, боже мой. Я ему уже компот открыл, я не попрошу. Почему? Я Николай, я говорю, на работе. Он в Америке теперь. Поехал в Америку. И он идет, в этих штопцах вот так стоит, говорит, ну как, дела как? Хорошо, ну тебе хорошо, говорит. А как их женщина? А как их женщина? Так он то есть, стоит и говорит, отпало. Так у тебя, говорит, отпало, у меня еще висит. А другой пенсионер говорит, у меня еще висит, у тебя отпало. Так и это, так ты говоришь, женщина уже отпала, и он говорит, уже не хочет. Он говорит, мне ешь, уже отпала, а мне не говоришь, и висеть. Ну, дед молодец. Еще не отпала, говорит. Да, спасибо вам. Что ты утекаешь? Расстроился, что у него отпало. Что, отпало уже? А вот человек, что с ним теперь? Ничего. Хай ляжите. Но мы это их не тела. Хай ляжите. Это да. Сосед, жонка. Жонка померла от горелки. Ну один, да? А теперь один дети не бабу. Нет, да потерял я улеяла. А дети есть? И вот дети по свету разъезжались. Нина, иди. Куда идти? Уйди в кладовку, еще иди в кладовку. Ну, да все. Сколько я буду ходить в эту кладовку? Ко мне хай с кладовки приедет. Я бы не дал. Нет, перестаньте, это... ничего не надо. Надо свежими трошки. Не надо, чуть не, ну что, у вас детей нема, перестаньте. Ну, все равно. Ничего... Не разговаривай. Не-не. Со старшим вопять. Поедем. Ти кусочек дай и себе кусочек. Ой, на что столько много, тетя Нина? Батька, возьми себе, у меня ж ее сало. Что? Мне ж ее сало, возьми себе кусок, а то и не бери. Ну я тоже кажу, что она уже последнюю отдает. Это детям много. Детям не перестанет. На чего? Вам по кусочку. На, дедик. Ай, сестра, окончай. Больше нема у меня ничего. А что больше еще, господи, милый.
Еще больше, еще что? Вот так вот за один кусочек. Один кусочек съесть. Один хватит. Тетя Нина. Одну галушечку тебе. Одну галушу. А что, не, не так. Вам в это место пока вот. А это мне мешочек на то и на жир надо. Вот. Это он. Я он где? А там рыбки. Где надо? Дома один бежит. Он один вот пожар себе. И сын придет жар. Нет, это что я? И сын придет кусочек из жару. Дай вишу, колоча, курица. Поля, я уже не знаю, на том свете не рассчитаюсь с вами. Это мне як... А в следующий раз не ешь шоколадками, а эти... Не трогай. Трохи. Ну, вон, на, не на, надо. С большим шоколадками. Вон шоколадками едешь. Ну вот как ты не спешила, больная женщина. Ничего, я не ничего страшного, там оно холодное. Да, мой, оно холодное, это не в этом дело. Али... Ты подожди трошки, ну не спеши ты. Ну. Я тебе. А что ты за торбочку вчера? Ну вот на фарш. Это по возрастям ездил он. Я вам такую беру, как маленькая была, у меня стима. Ну пакетик. А тогда большая. Дуже долго в кармане была. Тогда великая. Становится. Вот, вот торбочка. Да я. Это только на твоего... Она уже прилипла. И надолго была в кармане, поэтому... Кого зубы? Но я бы не сказал. Она вот, ну, вот и бездонная, потому что день варит. А где капроновая сумма? Сейчас он нас. Капроновая сумма у меня дома. Хочешь? Ну, не получается. Вот, чуть-чуть, иначе сейчас отлетит. Он в машине и места не будет для гостинцев, для людей. Я не могу ничего тут брать. Ну, это вам не так, ну что, все, так собирайтесь. А мы собрали. У вас, я бачила, семечки он брал у пакетика. Да, я больше. Не хватит, чуть-чуть, не надо. А, не выдумляйте. Дайте то мяшочек, я усыплю больше детям. Да не надо, ну, зараза, как зараза, будем плеваться потом, ну, вот год. Ну и правильно. Дети будут дома. Будешь убирать. Ну, сам спасибо. Я убираю, я не убираю. Иди, давай, я хай мусор. Не надо. Ну, что, гляди, оно должно скоро. Деда уже... Где ты что? А ты что? На год хватит. На год вам хватит, дед. Ну, подожди, посмотри. Я еще вам дам бутылочку вечером, так вы совсем будете. Я, Вот, горе я его кабану. А что? Не красавец, думаешь? Ты кабану надо заправить. Волосы дыбом только стоят. Причесать надо? Ну вот так хорошо. Не надо. Это ж не фотография. Привет. Мы с ним бутылочку округлили. Слушай, дай нам с ею коммерции. Бутылочки уже нет. Даешь нас им да. Коммерцию. Можно. Ну вот. Баранов. Ну, думаю, места больше будет. Баранов. На базар. А это еще фотография. Давай мешок мне. А не надо, ну и а не надо, что не нахватит. Иди так уж держи. Давай я подержу тебя шубу с собой. Так, пойду сам еще закуску в Фессоново. Гляди, что гляди там, гляди. Закуску сами. Я ему вечером дам бутылочку. У нас там ее самогоночки. Ну, на смысл, надо выглядеть. О, пол-литр московский я ожидал для гостей, но привез браги. Ради бога. У меня ничего нет. Алька. Алька, красавица. Верка, сфотографируйся. Ну и красиво, как позирует, а? Ну, Алька, красавица. Чихнула. Наша Вероника. Еще одна, мамочки. Сколько их тут? Ворота надо. И сзади надо. А, сзади? Машина хорошая. Доченька, только аккуратно езди, дорогой. Ну, я постараюсь, я стараюсь. Потому что нечего форсировать. Не-не-не. Или, как это называют, свое я показывать. Понял? Вот, не надо. Ни хрена, скажи. Это деньги стоит. Мне надо ключ от сынок. Это я хочу. Сейчас, это он закрыл, наверное. Я открывал. Я открыл. У меня вчера деньги ключи. Видите, я тут вот спа уехал. Мапа, это я нечаянно фары кручу? Мапа. Нет, это я. Вот и мапа. Это стоп. Ну, то есть не стоп, а габариты горят. Пьяных победить на ночь не заметил. Света, уже ровно 4. Все, поедем. Идем по графику. Я закрою. Папа, смотри, как надо закрывать, учись. Матку не прижми. А дед? Смотри, идем надо аккуратно закрывать. Дедушка себе берет. Аккуратно, машина. Это деньги.
деньги стоят. Надо все аккуратно. 30 миллионов. Вот да. Каких 30 тысяч, Руслан? А? Будешь беречь, будет машина. Да, надо все аккуратно. Любая вещь, любишь, чтобы все обращались хорошо. Да, кали, кали, кали. Да. А так, это ж машина, это ж машина. Деньги. Надо ей промазать, надо и бензин. И надо, во-первых, аккуратно ездить, не спешить. На поворотах особенно. Знаки соблюдать, и будет нормально все. Надо все... Дуракам дорогу уступать. Целый автобус. Ну, мне что ж, мой Сергей еще хочет автобусик. А какие это автобусик, такие ли? Нет. Это у нас просто длинная такая, так? Это хорошая машина. Машина красивая. Красивая, и цвет мне нравится. Очень хороший. И вот состояние хорошее. Состояние хорошее. Только держи мужика, как он ездил аккуратно. Ты тоже шофер? Не, я не вожу. Будет. А что ты? Буду учиться, но... Учишься? Буду, сама буду. Не знаю, дед закуску в шедеры. Иди шукай деда то. Сейчас дед вот цикату вытащит. Давай, раз машина есть, учимся. Обобрали вас, господи. Сам обобрал. Обобрал. Еще ж вернулся, а тельце солнышко. Ну правильно, закуску надо. Я и займу. Иваныч, ну давайте, время, Иваныч. Я тебе бутылочку вечером дам. Прощайтесь, Света. Света? Нет, не могу. Вот и сейчас плачу. Да? Ты будь такой, как я. Покуль приедем. Все, не помирайте. Покуль приедем. Приезжайте, приедем с самосновым телевизором и покажем вам кино. Приедем с телевизором, кино вам покажем. Все. Ну, вот все, надо же приедем. То, что снял, все поглядим. Ну все, давайте нам руку дайте. Ну все, спасибо. Очень хорошо с вами, если здоров. А ты думаешь, что я холодный? Что? Ну все, все. С Богом. С кем? С ними отпрошаешься, а то ты... Тебе не денег. Запись идет. Свадьбу расписывается. Идите на дорогу. А, давай. Идет Семка? Да. Ну все. Вам спасибо, ну за стол, за 100 грамм спасибо, за подарки спасибо. Все, не надо, я тебе подарок. Ну, потому что, дали деду. Ты поправляйся, только больше. Дед самый вот, на бедолага немного дед. Все, счастливо. Давай, счастливо. Чтобы только было здоровье. Женя здесь здоровье. А то теща умерла, бедная. Ну, теща взяла уже свое, и я. Ну, все поумираем, только не разом. Ну, счастливо вам. Хватит. Спасибо. Ну, добро. Вот. Хватит. Держитесь. Иди садись. Выключай. Ну, я надеюсь, вот на телевизор не махал. Возьмем, покажем. Ой, люди. Приеду всегда так нахально, обдеру их и все. Ну ничего, они ж, и рады. Я знаю, что ты один. Ну уже хай прощаю, я уже... Брату ждала? Не могу ждать я им, не могу мне ничего. Как было, так я же тоже не отпускал. Надо ехать со своим...